Сегодня праздник проходит республиканский субботник не только в Московском районе, а непосредственно по всей стране. С каждым годом все больше и больше участников на этом замечательном мероприятии. Когда люди трудятся, у них хорошее позитивное настроение, понимают, особенно вот в год исторической памяти, насколько важен мир, спокойствие, благополучие. Мы сегодня дарим этот праздник труда. Кроме этого, у нас еще будет открытие в этом великолепном сквере воркаут-площадки. Здесь наша одна из строительных компаний, которая является застройщиком этой территории, подарила этот подарок для жителей. Кроме этого, здесь еще для детей МЧС предоставляет спортивно-развлекательное мероприятие, где могут быть дети поучаствовать. Поэтому праздник труда и отдыха, он будет радостным для жителей района. Мы находимся в Грушевском сквере и большой своей компанией с трудовыми коллективами «Метрополитен», «Райком образования», «Галантея», «Белнипи Энергопром» и другие организации принимают участие. Есть возможность нам вместе встретиться, потрудиться, побыть на свежем воздухе. Но самое главное – принести лепту этому небольшому микрорайону для того, чтобы все окна, которые сегодня смотрят пристально на Грушевский сквер, любовались этой красотой, которую мы сегодня постараемся все вместе сделать. Мы все живем в современном обществе. Гражданская ответственность тоже существует. Это важно, чтобы, во-первых, молодежь познается в труде тоже. Их надо привлекать. Субботник – это большое дело. Ну, его никто не отменял. Когда-то 22 апреля всегда проходил субботник в советское время. И мы все выходили, и для нас это был праздник. Сегодня наши представители во всех уголках нашего Минска помогают навести порядок, привести в порядок Московский район, чтобы уже к весне прийти в чистоте, в красоте.